Сегодня хотим показать, что мы покупаем в продуктовом магазине. Мы любим ходить в суперстор. Так все в пакетах у нас и стоит. Вот такой огромный чек. Бжик. И вот эти все продукты у нас получились на $123. Ну, я скажу, что в эту сумму еще входит, мы купили за $12 кофточку для маленького детеныша. Потом еще зубная паста сюда у нас входит. И лак для ногтей. Краску я покажу. Поэтому это вычесть. Ну, там немного. $123. Так, давайте посмотрим. Так, это у нас мороженое. Оно стоит $4,98. Практически $5. Дальше идет такая вот пицца. Столько же стоит, столько и мороженое. $4,98. Дальше хлебушек я взяла черный. Стоимость $2,77. Дальше это перец. Так, на вид выглядит как сладкий, да? Нет, он не сладкий. Я сейчас покажу. Вот здесь есть такая шкала, на которой написано очень острый, средний и просто, как бы, и не сладкий, но просто перчик. Вот у нас здесь на этой шкале стоит. Показано, что он практически очень острый. Это я взяла к борщу. Стоит у нас он $3.47. Потом такая штучка очень вкусная. Мы любим. Это как бы булочки, но они с сыром. Стоит $3.29. Вот в таких канистрах у нас продается молоко. Сначала, когда мы приехали в Канаду, это казалось немножко дико. Сейчас уже настолько привыкли, что кажется, что молоко только и должно продаваться в таких. Здесь можно разной жирности выбирать. Мы берем вот. 1%, по-моему. Сейчас взяли 1%, да, 4 литра. И стоит $4.58. Ну, молоко вкусное, правда? Хорошее молоко. Да. Так, дальше. Купили огурцы. Вот такие огурцы. Сколько здесь? Банка 1 литр. Так, огурцы у нас стоят $2.77. Дальше отставляем. Дальше у нас идет нутелла. У нас стоит $3. Сколько здесь? 725 грамм. Дальше сметана. 14%. $4.48 стоит 1 литр. Очень вкусная сметана, нам нравится. Я вообще скажу, что нам нравятся продукты в Канаде. Все вкусное. Вот такие вишни мне посоветовала моя подруга купить. Они консервированные. Но вкус, вот когда открываешь, реальной вишни. Как будто бы свежая вишня. Стоит $3.79. Вот здесь 540 миллилитров, да, банка. Я вообще начала его брать, чтобы выпечку добавлять. Но нам так понравилось, что мы ее и просто так кушаем. Ну, бутербродики с утра с маслицем. Да, очень вкусная вишня. Вот кто живет в Канаде, попробуйте такую. Здесь вот даже она продается в отделе для выпечки. Здесь вот нарисовано пирог. Как начинка классная, так и как самостоятельная. Покушать вкусно. Сейчас я открою вишни, покажу, какие они внутри. Вот они, вишенки, они в таком сиропе. Вот каждая вишенка. На банке написано, что осторожнее, может попасться косточка. Вот сколько мы покупаем, всего один раз было в одной вишенке косточка. Так, ну, очень вкусные вишенки. Дальше у нас идут помидоры. Ой, помидоры нравятся, вообще очень вкусные. Достань помидорку.
Значит, 1 килограмм помидор стоит $4.30. Но помидоры разные есть. Это просто вот я выбрала эти. Очень такие нравятся помидорки. Запах такой классный. Дальше у нас идет краска для волос. Все у нас тут перемешку. Вот для себя нашла вот такую японская краска. Держишь всего 5 минут. Там, да, 5 минут. Ну, классная, мне нравится. Стоит она. Сейчас я посмотрю. $13. Как-то я до этого красилась L'Oréal. Очень сильно начали выпадать волосы. Начала искать краску. Не знаю, пока вот этой довольна. А дальше посмотрим. Следующим идет у нас масло. Тоже масло разное есть. Мы берем такое, оно не соленое. 454 грамма стоит $4.98. Ну, практически $5 масло. Хорошее тоже, вкусное. Что у нас дальше? Это у нас дочка взяла себе конфеты-желейки. Детвора любит. $2. Это они на вес, да? Вот, насыпали. Еще есть такие конфетки, мне и всей нашей семье очень нравятся. Но они дорогие. 1 килограмм получается $24.50. Вот это я взяла, вышла на 375 грамм. Это аж на $9. Это дорогие конфеты. Ну, реально вкусные. Вот они, знаете, на вкус похожи как Сникерс. Когда берешь на развес товар, ты его сам себе кладешь в пакетик. Потом вот такой вот штучкой завязываешь. И возле каждого товара написан код. Опять же, карандашики рядом лежат. Берешь, пишешь вот этот код. Вот. И потом на кассе они уже его вбивают. Или на кассе самообслуживания, где ты сам себе взвешиваешь и вбиваешь. По этому коду выходит его цена. Дальше. Капуста. Килограмм капусты стоит 84 копейки. 84 цента. То есть вот эта капусточка у нас получилась на $1.97. Сыр. Сыра очень много, и он очень разный. Поэтому тут уже на вкус и цвет. Берем, вот взяли в этот раз такой. Сколько здесь? 500 грамм, да? Он уже нарезан. И за всю эту красоту $11. Вот дальше. Бананы. Тоже на вкус и цвет. Мы любим зеленые. Здесь у нас 1 килограмм. Они стоят $1.70. Дальше, что у нас в пакете? Это майонез. Такой майонез стоит $3. Обычный майонез. 890 миллилитров. И что там, последнее, да? Яблоки. Яблоки здесь тоже килограмм. Этот килограмм $4.30. Вкусные, зелененькие. В общем, вот так мы ходим в магазин. Вся эта прелесть. $123. Ну, чуть меньше. Я же говорю, там еще купили вещичку маленькую за $12. Это был магазин Суперстор.